Для разгона демонстрации против климатического саммита в Париже полиция применила слезоточивый газ. Сотни митингующих собрались недалеко от площади республики. Несмотря на запрет властей, связанный с режимом ЧП, символическую акцию устроили и защитники природы. Ввиду запрета на массовые собрания активисты разложили на площади 10 тысяч пар обуви. Каждая символизирует голос в поддержку экологии планеты. Всю обувь теперь передадут благотворительным организациям для помощи малоимущим. Добавлю, что климатический саммит ООН начнется 30 ноября. В нем примут участие более 140 глав государств. В охране встречи будут задействованы 10 тысяч полицейских.